Примите поздравления по случаю 11 годовщины образования службы наркоконтроля. 11 лет назад президентом Российской Федерации было правильно принято политическое решение, как сказал Владимир Сергеевич, об образовании вашей службы. С тех пор вы достойно исполняете возложенные на вас задачи. Ежегодно изымаются сотни и сотни наркосредств, пресекается преступная деятельность наркодилеров. И самое главное, вы решаете задачи по обеспечению безопасности нашей экономической безопасности Российской Федерации, сохраняете здоровье жителей, граждан наших, обеспечиваете политическую стабильность, противодействуете террористической угрозе, потому что деньги, вырученные от наркобизнеса, идут, безусловно, на терроризм и экстремизм. Спасибо вам большое. Но Тульское управление занимает достойное место в ряду всех управлений наркослужбы. Есть положительные результаты, безусловно, как Владимир Сергеевич сказал, сегодня праздничный, не будем говорить о тех перспективах, задачах, которые нужно углублять. У вас есть все для этого. Противодействовать наркоугрозе могут только люди с честной совестью и достойные специалисты. Все это в Тульском управлении есть. Спасибо вам большое.